Всем доброго утра. Отвели Мишку в садик. Сейчас поедем в овощной Капторг. Немножко хлеб купим. А, да, хлеб я забыла. Хлеб сейчас купим у женщины. Я вам про нее рассказывала. Она работала всю жизнь билетёшей. В кинотеатре ей дали квартиру. От кинотеатра. А сейчас она такая пожилая. И все равно работает. Вот у нее небольшая синяя будочка, привозит с утра заводской сумгаитский хлеб. Он очень вкусный, мы его любим. Свежий. И мы вот каждое утро здесь покупаем. Сейчас пойдем. Йо-йо-йо-йо. Саухала. Kulök getirmedim hala yadından çıkıp kulöku kulök götürmedim evden. Papa hemişe kulökle gel. Dilim papa hemişe kulök getirirdi. Ben de yadından çıktı kulök. Sağ ol hala. Так, хлебушек купили. Такая бойкая женщина, молодец. Дай бог ей здоровья. Да, тфу-тфу-тфу. Она еще, представляете, ей привозят хлеб, что про нее хочу рассказать. Она еще бегает по всем квартирам и поднимает каждому домой этот хлеб. Вот такая вот молодец. Так, наш любимый Капторг, посмотрите. 50 копеек айва. 50 копеек перчики, какие хорошие. Давай кулек. Я тебе что говорила, здесь все дешевле. Лобби манат. Такая вот красота. Мама никогда здесь не была. Первый раз с мамой. Манат 50 груши. Кулек сейчас принесу. Боярышник манат 50. Ничего, надо было в машине оставить. Тогда кошелек надо было взять. Он в сумке лежит. Берем лобби. Всего стоит манат зеленый. Обожаю лобби. И у нас все любят. Да. Мы все любим. И муж, и вся семья. Полезные. Я удивилась, сейчас такое лобби нормальное. Лобби хорошее, да. И самое главное, в этом магазине всегда разрешают выбирать. Никогда не говорят, то не бери, это не бери. Все, что хочешь, выбираешь, то, что тебе нравится. Всегда лобби берем на семью из расчета 1,5-2 кило. Если взять меньше, никому... Да, на один раз никому не хватает. За голос меня простите. Вот уже выздоравливаю. Практически проходит. Хватит. Мы всегда столько берем. Да, давай этот. Перчики возьмем. Мне нравится, он на вид хороший. Видно, что он такой. Видно, он мелкий. Как мы этот зеленый? Как мы сажали вот так. Не знаю, мне кажется, еще. Алин, я хочу гранаты. Гранаты возьми. Давай возьми, партиями будем все брать. Красота. Так, малинка. Правда, не знаю цену. Мандарины манат 20. За манат фейхоа. Манат 20, зеленые помидоры. Ой, королек, посмотри. Здесь сладкая, манат 20. А здесь за манат. Яблочки за 50 копеек. Ой, яблочки хорошие. Да, яблок нету. 50 копеек стоит.
Все яблоки, пожалуйста. Бери, не хочу. А ты, они ремонт внутри сделали? Раньше машину давай расплатимся, хочешь? Или соберем? Идем, я тебе сейчас объясню всю систему. В магазине сделали ремонт, увеличили его. Если вы вспомните, я вам вот этот закуток всегда снимала. А сейчас... Нет, нет, собирай, собирай. Все поставим вместе. Я все держу. Сумку эту держу? Неудобно ее собирать. Малина всего стоит здесь 2 маната. Представляете, какая крупная, хорошая. А я люблю. Я очень от люблю. Очень люблю. Я ела, в прошлый раз я съела, одна оставалась. Это йод, йод. Малину обязательно возьми. Вон там еще сильнее. Да, она шикарная. В городе мы такую за 2 маната не найдем. Как минимум 6 манат будет коробочка. Да. Все. Ты видишь, какая здесь зелень свежая. В магазине вот этот салатный лист стоит 89. А здесь 60 копеек всего. Представляешь? Я тебе всегда говорю, кинзу тоже возьми. А, редиска есть. 4. Смотри, редиска появилась. 5. Мята, редиска. Это лук отдельно возьми. Хорошо. Возьми. Тебе сейчас еще эти принесу. Кульки. На кульки я тебе принесла. Хорошо они сделали. Они сделали ремонт здесь. И стало очень удобно, посмотрите. Раньше как толпились все люди, а сейчас удобно. Кирсалат тоже взяли, появился наконец-то. Папа любит кирсалат и мой муж. Горную возьми или рейхан возьми, мам. Рейхан, рейхан возьми. Горная есть, у меня есть. Баклажаны за манат. Смотри, какие хорошие на долму. Маленькие-маленькие. Ну, какие маленькие на долму. Сейчас долму будем делать. Нет, сейчас не будем делать. У нас лобби надо сделать. Да, мы что-то много набрали. Разошлись. Помидоры хорошие. Посмотри. Потому что я дороже. Мандарины хорошо. Помидоры хорошие какие. 2,50. Это... Говорит, и снизу можете выбирать. Прям с ящика. Вот, смотри, такой, вот такой вот магазин. Откуда хотите, оттуда и берите. Только берите, клиенты. Мы их используем. Нет, бери, мама. Помидоры возьми от души. Потому что нам помидоры мы едим только так, да. Ну, их в обед, потому что... Так, огурчики манат стоят. Хочешь, огурчики возьмем? А эти за 90 вообще. А какие красивые. Давай я их возьму. Ну, давай засолю еще. Мне в город объехать. Давай, возьми. А здесь еще лаваши. Смотри, кизиловый за 50 копеек и гранатовый. Блин, тогда в город. Ну, возьмем еще. Ровненький, да? Он кругленький. Вон, смотри, какой хороший ров. Вот, он какой хороший. Да, Каптор, конечно, магазин здесь золотой. Всего полно, и ремонт еще сделали. Удобно стало ходить по рядам и выбирать. Манат 10 бурак, манат 10 морковка. Да, хватит. А? Банки. Хватит, хватит. Банки. Да, да, да. Больше не бери. Да, больше не бери. Ну, какие соленые.
Маслины 9 манат. Я маме говорю, наши маслины можно сдать сюда. Лаваш тоже взяла? Да. Какой? Кизиловый? Да. Ты другой хотела? Нет, нет. В общем, вся у нас продуктовая корзина составила 24 маната. Все свежее, отборное. Вот так, едем сейчас домой. Быстро прибежали домой, сделали яичницу с помидорками Альке и учим с Алькой стихотворение. Давай, кушай скорее, нам учить стихотворение. Давай, кушай. Я тоже стала, как Вадик.